Всем привет! Это USB-зажигалка, на которую я делал недавно видео, где я показывал распаковочку ее. Ну что ж, давайте проверим ее в действии, посмотрим, как хорошо она справляется со своими задачами, а точнее поджигает различные предметы. Обалдеть! Очень быстро! Очень быстро поджигает бумагу. Но это плотный картон, это упаковка от таблеток. Давайте попробуем поджечь сначала обычный тетрадный лист бумаги. Посмотрим, насколько быстро это произойдет. Видите, моментально, просто моментально он загорается. Давайте еще раз. Просто моментально. Здорово. Ну а теперь посмотрим, как быстро будет загораться у нас картон. Вот, сами видите, буквально 2-3 секунды, и картон загорается. Давайте попробуем поджечь пластик. У меня есть упаковка от карты памяти. Видим, что максимально быстро пластик был прожжен. Подносить сюда палец я не стану. Ну что ж, на этом все. Я думаю, больше ничего поджигать мы не будем. Если вам было полезно это видео, поставьте палец вверх и подпишитесь на канал. Ссылочку на покупку этой зажигалки я уже выкладывал в обзоре с распаковкой. Ну, я продублирую в описании к этому видео. До новых встреч, пока!